Признание на высшем уровне. Губернатор Евгений Савченко сегодня вручил государственные и региональные награды. За плодотворный труд, большой вклад в развитие промышленности, науки, культуры, искусства отмечены 19 человек. Авторитет для молодежи – преподаватель с большой буквы. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени вручили Илье Исаеву. В сфере образования он более 50 лет. Был учителем, директором сельской школы, преподавателем университета. 25 лет заведовал кафедрой педагогики Белгородского госуниверситета. Сегодня под его руководством 8 докторов и 50 кандидатов наук. Профессор Исаев ведет активную исследовательскую работу, а из студентов формирует специалистов своего дела. Учитель должен быть прежде всего профессионалом. Он должен быть глубоким знатоком своего предмета, потому что это верный путь завоевать авторитет учеников. Без такого авторитета подготовить сегодня ученика нельзя. Первому заместителю председателя Белгородской областной думы Александру Склярову вручили орден Александра Невского. Это единственная награда, существовавшая в Российской империи, Советском Союзе и Российской Федерации. Я расцениваю государственную награду как призыв трудиться еще более плодотворно на благо родной Белгородчины. За развитие в обществе моральных и духовных ценностей почетной грамотой губернатора Белгородской области наградили Ленизу Умеркину. 18 лет она возглавляет Центр социальных инициатив «Вера». Организация помогает женщинам, детям, малообеспеченным категориям населения, начинающим бизнесменам. Это и предприниматели, которые создали свое дело, это и дети, которые выросли и поют уже у нас и в филармонии, и в Москве, да, и в институт Гнесинок закончили. И мы гордимся, в общем-то, этими результатами. Они развивают промышленность, бизнес, науку, искусство, культуру. Каждый день своим трудом эти люди меняют жизнь вокруг для благополучия села, города, региона и своей страны. Жизненный путь каждого из сегодняшних лауреатов неразрывно связан с нашей областью и является собой пример истинного ненаносного патриотизма, самоотверженного труда и искренней заботы о судьбе нашей малой Родины и России. И я сердечно благодарен вам, жителям Белгородской области, за то, что мы делом оправдываем это почетное право называться народом великой страны. В этот день за своими наградами на сцену поднялись 19 человек. Ксения Семенова, Наталья Рединская, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.